Токсин не может быть старостой, потому что Токсин он как ректор, как отец-основатель, как... Э, я даже не знаю, как такие люди называются. Если, допустим, гипотетически наша, наша богадельня это государственное учебное заведение, то получается он министерство образования вообще. Так что какая староста? Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья. Я сейчас отключу североамериканских индейцев и звуки леса. Relaxing Native Flute and Bird Singing, почему перевод совершенно другой, не как называется в оригинале этот трек, я не знаю, но в любом случае я безумно, безумно рад вас всех здесь видеть, спасибо, что подошли, спасибо, что э, не опаздываете, спасибо, что не подводите меня и приходите каждый раз на эти э, скучнейшие наши заседания, я рад, что кому-то это нравится, и причем... Это взаимно. Это взаимно. Мне очень нравятся мои подписчики, которые, которые не подводят и раз за разом преследуют мои, мои подробы. Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие. Во-первых, во, во кто-нибудь может мне посоветовать... Хороший, годный, заживляющий крем какой-нибудь для рук. Дело в том, что у меня вот, вот тут, вот вот, вот, вот в этих местах очень сильно как-то пересыхают, трескают руки последние полгода. Это то ли аллергическое, то ли еще какое-то, но увлажняющие крема в принципе спасают. Я уже, кажется, говорил, я вот такой юзу, вот, вот такую вот штуку, F, F99 полужирный, но, по-моему, он не спасает. Спасатель, спасатель, он конкретно от ожогов, от всяких ран. Но он не делает кожу нормальной, короче. Она у меня какая-то ли обветренная. Эй, камера, алло. Камера. Алло. Блин, Токси надонатил на хорошую камеру. Она что-то плохо фокус стал ловить. Поймала, нет? Не понимаю. Ну, вроде как. Что-то. Что-то есть. Ладно, настроиться, думаю. Английский взаимодействие оптического излучения с веществом. Распространение лазерных пучков. Чего? А, в смысле, ты одновременно два предмета сдал или что? Или это какой-то тонкий юмор? Я не понимаю, Панда, помоги, пожалуйста, мне разобраться. Я просто перед стримом случайно вырубился на полчасика и сейчас соображаю немножко как аутист. Коллагеновые крема. Коллагеновые крема. Слушай, я сейчас прям загуглю, что это такое за штука, с чем и едят. Коллагеновый крем для рук, да, получается. Коллагеновый крем. Нифига себе, они по 200 рублей. Защитный коллагеновый крем для рук. Прям так и называется, да, слушай. А, два экзамена, понял. Слушай, я поздравляю тебя, это здорово. Это здорово. Я не знаю, как кто, но я тоже люблю сдавать все в последнее время, в один день, или наоборот. Заранее сразу. Ну, в общем, чтобы все сразу сдавалось. Я не люблю растягивать сессии, не люблю растягивать э, зачеты и все прочее. Мне нравится больше всего проставить все за раз и больше не париться по этому поводу. Даже если нужно будет там два дня учить или там вкалывать, каким-то еще образом отрабатывать все это. Лишь бы не тянуть. Вот я тянуть ненавижу. Ожидание хуже смерти, по-моему. Как он называется Это Просто коллаген 3D Medical Mother Journal. Господи, это же мать. В смысле, я же мать. Бархатные ручки восстанавливающие какой-нибудь. Слушай, ну, по-моему, бархатные ручки это совсем для девочек. Мне какой-нибудь такой суровый, знаете, мужской, коллагеновый. Ну, просто слово коллагеновый, он, ну, типа, там, гены, генетика, кол, кал, вот это все такое. Ну, звучит хотя бы. Крем содержит активный комплекс масел ши, лемонграсса и натурального коллагена. Лемонграсс это типа лимонник, что ли? Так называется в последнее время или что? Да, лимонник, лимонная трава. Лемонграсс. Симпапагон. <defenses> Господи. Просто трава это, злак какой-то. Почему лемон-грасс там называется? Ладно, бог с ним. Какая разница, главное, чтобы помогала, я согласен с тобой, Токсин, я согласен, главное, чтобы помогала, я уж так выпендриваюсь. Ну, правда, очень дико бесит. То есть, ну, ладно, бы это просто было там некрасиво, но это реально больно, когда кожа просто вот растрескивается, и ты ничего не можешь. То есть руку в карман засунуть не можешь, тебе очень больно. Это место заматывать, заклеивать каждый раз ну, просто тоже неудобно. Не знаю. Очень ограничивает функциональность, короче говоря, этой руки. То есть не смертельная, там не совсем уж разрывающая такая адская боль. Но неприятно. Неприятно. Как будто ссадина постоянно на этом месте. Вот, вот такое ощущение. То вдруг рак еще какой-нибудь разовьется. А, Контрольные по микроэлектронике писал. И как? Успешно? Контрольные по микроэлектронике. Вот вы все, блин, такие умные. У меня такое чувство, что все подписчики инженеры. Альфа тиан инженер. Панда инженер, токсин инженер, ну, в смысле, в хорошем значении этого слова, имея в виду. Это как? Это как бы как-то связано между собой или, или нет? Все очень плохо, а ну хоть. Да. <кхм> да. брось, я не верю. А мы сегодня, кстати, я сегодня с утра пошел в колледж, а, ну, с вами поболтаю сперва немножко. Не знаю, что -то такое настроение, болтливое. Так камера, настройся, ешкин ты кот. Как фокус сделать нормальный? Почему я себя не вижу? Сейчас попробую вручную ее подергать. А, так вот, да. Сегодня, значит, в колледж пошел с утра, 8 утра на какой-то черт. Вот, сработал, кажись. У нас должна была быть пара такая стрёмная называется технология изготовления лекарственных форм. Я про нее уже рассказывал, я о ней уже жаловался вам. Это очень стрёмная дисциплина, то есть, по сути, это, ну, основной предмет в медколледже, ну, в фармколледже, то есть, фарм в по которому там все и зачеты, и экзамены, в общем, кроме всего остального, что там есть, то есть, собственно, фармакологии, там порядка отпуска, еще чего-то, в общем, технологии изготовления. По сути, это нужно для тех аптек, в которых есть возможность приготовления лекарственных форм, то есть, вы знаете же, приходят люди в аптеку с рецептами, там написано, порошок такой-то смешать, там, выдать и так далее. Вот. Но таких аптек очень мало у нас в городе. И, в принципе, вообще по стране. Сейчас больше все делают на заводе и продают же готовые аптеки, готовые лекарственные формы. Но такие тоже есть. И, в принципе, тем, кто будет на заводе работать или на фармком предприятия, Вот. И этот предмет, его все боятся, потому что там такая очень строгая, очень строгий преподаватель Алла Петровна. Вот. И обычно она там, если уж с 8 пара до 4, то ты сидишь с 8 до 4, Просто не поднимая головы, там полчаса на перекус и снова 4 часа писать. А мы сегодня как-то так случайно оказалось, что подарили ей коробку конфет через окончания учебного года. Она взяла на сайте, подпустила в 11. Это какой-то диссонанс был с утра. Не знаю, я вот как-то бродил до трех часов, пока на работу не поехал, и как-то вот сам не понял, что произошло. Это я все к чему говорю? К тому, что дарите людям конфеты, они этому очень рады. Нет, это не реклама, а реглиспермит, просто почему-то я в руки жвачку взял, машу и размахиваю. А, мечи компенсирует абсолютно все. А, абсолютно все. А, ну, инженер. Да, инженер архитектор, я это имел в виду. Вышку получать. Ну, вышка на самом деле ничего не решает. Я вот вам, как человек с двумя вышками, говорю, что она вообще ничего не решает. Видите, как бы, ну, есть две, ну и что? А я вот тут сижу, понимаете, и на ТВиче стримлю микробиологию, как бы это, наверное, круто, это успех, но такое. Мне нравится, мне нравится, но считается ли это успехом у большинства людей, я не знаю. А, ну для корочки надо, согласен. Здравствуйте, здравствуйте, Милан Фрост, здравствуйте. А, а мы знакомы, кстати, я вот, я вот уверен, что из половины ников, которые я называю, как по никам. С большинством я знаком как бы лично и не уверен, что узнаю людей по их... Ну, то есть я знаю э тех, кто мне говорит, что я буду смотреть твой стрим, он приходит такой типа, ага, привет, я пришел, и потом... И потом я его узнаю уже. Микроэколог? Нет, я <как> макроэколог, <как> если уж совсем... Грубо говорить, точнее знаешь как сказать, если тебя интересует экология, ничего что я на ты, да, а то ты ко мне на вы. Ну хорошо, Милан Фрост, вы, да, ладно, будем все таки вежливо. Если вы имеете в виду экологию как науку, то эколог макро, то есть я изучаю большие пространства. А если вы имеете в виду микробиологию, то микробиологию я просто преподаю, вот. А экологию изучаю как науку. Но с другой стороны, блин, не знаю, геохимия. Это же, наверное, микроэкология. Слушайте, вот, Милан Фрост, вы очень хороший вопрос, кстати, задали. Как врач выделя... с наукой деньги выделяют? Нет. Денег на исследование не выделяют. Ну, то есть, как, если очень постараться, можно выбить грант, если ты будешь потом отчеты по нему писать, круглые сутки и. Целыми годами отчитываться за там 100-200 тысяч и так далее. Вот ну, если есть желание, то дело занимайся. Да, вот инженерам выделяют, химикам-технологам выделяют. А вот исследователям, как правило, Ну, то есть, те, кто непосредственно не внедряет свои исследования в прикладные отрасли. То есть, например, да, вот я изучу, что где-то там есть какое-то количество там, загрязнители, это так-то плохо оказывает влияние негативное на людей, там, выдвину какие-то новые методы биоиндикации, основанные на выращивании тех или иных видов бактерий, устойчивых или толерантных к тому или иному загрязнителю, на это денег не дадут. Если я придумаю какую-нибудь биотехнологию, которая позволяет осуществлять, не знаю, например, биосинтез Углеводородов дешевых, которые смогут конкурировать, тогда, конечно, меня грантами просто завалят. Но это. Нет, вот энергетику, да. Энергетика выделяет нефтегаз, ядерщики, согласен. Вот, да, панда, ты прям знаешь. В конкурсах международных реально участвуют, чтобы заметили те, кто э, готов платить за науку. Вы знаете, Милан Фрост, вот на самом деле, да, это очень занятная тема. Потому что я знаю ребят, которые э, участвовали, не помню точно, как назывался конкурс <coughs> европейский. Э, в Германии проводился в тогда э, съезд в 2014 году. <coughs> Что-то на вроде, э, знаете, в России бывают часто такие съезды, где собираются предприниматели и собираются ученые. И вот э, ученые выставляют свои разработки новейшие, ну типа продают себя как на панели а ходят между ними предприниматели и выбирают, достойна ли их внимание эта разработка или нет. Если достойна, она просто, они заключают прямо на месте контракт, подписывают какие-то там договора и работают потом плодотворно по этой теме. Или просто покупают патент у этого ученого. Вот. А товарищи, они вышли на площадку европейскую в Германии. Да что ж такое. Извиняюсь, вроде поправился, но что-то в горле. Чай, наверное, сладкий попел. Джековспад, Джековспад, спасибо большое, дорогой, спасибо за э, хостинг, как обычно, это уже стало традицией, мне очень приятно, что ты делаешь, спасибо тебе огромное, спасибо. Присоединяйся, проходи, присаживайся, болтаем немножко, потом начнем. Вот, э, и он там заключил контракт на 3 года на 5 миллионов рублей, все, то есть он работал 3 года на этих чуваков за 5 лямов. Ну, помимо зарплаты имею в виду. То есть там ему платили зарплату, ну, какую-то небольшую, к научному сотруднику в евро в тамошнем университете. И он потом по факту выполнения контракта этого, этой работы что-то там понаоткрывал, какой-то усовершенствовал процесс. Это, по-моему, было связано с получением какого-то, какой-то полимера. Точно я не уточнял, ну, не помню, чем он занимался, но какой-то полимер, что-то с пластмассами. Вот, и получил 5 лямов. Приехал потом обратно сюда, в Россию, в Москву, теперь там живет. Все хорошо у него. Ученая степень? Нет, ученой степени нет. Я вот защищаюсь. Надеюсь, в начале следующего года должна быть кандидатская по биологии. Российская медицинская аппаратная составляющая сейчас на таком дне... Ну да, Токси, не рассказывай. Не трави душу, господи боже мой. На полном дне не только медицинская аппаратная составляющая, вообще все у нас на дне. Но я ванговал, я в прошлый раз, у не в прошлый, а в один из прошлых разов предсказывал ближайшие 15 лет Крах и падение всего этого дела, а потом постепенное выгребание и подъем, если не будет ничего серьезного, страшного. Бомжара, потому хоть как-то поддержать. Блин, Джек, не прибедняйся, не прибедняйся. Знаешь, бомжара, не бомжара. Я тоже бомжара. Я тоже бомжара. Сами знают, сколько получается сейчас преподавателя. Да, ну типа того. Короче, фишка в том, что можно продвинуть себя, если ты занимаешься чем-то. Что будет иметь значение прикладное для производства, или ты кого-то заинтересуешь, или просто умеешь договариваться с людьми, умеешь каким-то образом наседать на уши, умеешь продавать себя. Короче, ну в общем, по сути, если ты хочешь получать много денег в науке, ты должен уметь так же продавать себя, как люди продают себя в шоу-бизнесе или на хедхантерах. В общем, вот, вот суть в этом. Все везде одинаково. Это бизнес, это грызня, вечная загранты и прочее. Я это очень не люблю, и поэтому, ну, как бы не то, что я буду там лицемерить и говорить, фу, это все ниже меня, это вся возня. Нет, почему? Если бы была возможность, я бы хотел иметь э, деньги за науку. Но, блин, я реально просто не выдержу этого всего. Этой грызни крысиной. И поэтому я буду довольствоваться малым. И. Просить донатов на звуковую карту, вместо того, чтобы зарабатывать на нее наукой. А, отвык, что там кто-то пишет. А, Джекушка. Да, я отвык, честно признаюсь. И поскольку уведомления не приходят, я даже прямо сейчас посмотрю. А, нет, это я видел. Почему? Это я видел про астробиологию. Причем я даже на стриме говорил, что будет астробиология. Я даже записывал это. Вот. Но это я ее обещал сделать. Наверное, я просто отсутствовал. В то время я обещал это сделать как ну, такой ответ на вопросы именно. Когда накопится вопросы какое-то количество, мы посвятим один стрим, там 3-4 вопроса крупных, и их рассмотрим. которые продают себя, ну да. Знание иностранных языков, да, вот это самое главное. Самое главное сейчас нам тоже, когда я учился в ВУЗе, нам говорили, что самое главное сейчас это знание английского. И именно специального английского. И реально это очень пригодилось, потому что вот сейчас, когда я искал ну, я не говорю, не знаю, что английский уж на таком уровне хорошем. Я не могу общаться с англоговорящими учеными на их уровне. Не могу, мне не хватает скилла. Но, в принципе, какую-то статью перевести, понять, более-менее хватает. Со словарем, там, с гуглым переводчиком и так далее. Когда я искал по теме от микробиологии, по теме тяжелых металлов в бактерий, бактериях, то, что было на одном из прошлых выпусков, мы рассуждали про биоиндикацию с помощью бацилл. Вот. Там я искал статьи на Сайхабе, и там все на английском. Очень трудно было найти на русском, потому что просто никто не занимается в России. Давно уже в России такая наука в жопе, извиняюсь за выражение. Но вы меня понимаете. Печально все, много делов изучать микробиологию, не знаю, как по-другому сказать. Когда еще за это не платят успехов, а молить, лучше работать на тех, кто платит будет за это. Спасибо вам большое, Милан Фрост. Спасибо за, я так понимаю, видимо, теплое слова, но знаете, я не не из тех, кто адекватно соотносит, нет, наверное, даже не так. Как раз таки я адекватно соотношу то, что я даю и то, что я получаю, но я в этом плане как не знаю близок к идее идеологии коммунизма что ли, чтобы от каждого по способностям и каждому по потребностям. То есть в принципе денег хватает на жизнь. Я не скажу, что я нищенствую, что я уж там побираюсь совсем. Да, я там не катаюсь на комару, да, я не летаю на какие-нибудь там канары и так далее. Но мне, в принципе, это не нужно. У меня есть крыша над головой, у меня есть друзья, у меня есть мои любимые подписчики, у меня есть любимое дело. И я отдаю как бы этому ну, государству, этому миру, этим людям, с которыми я общаюсь, то, что я могу дать. И считаю, что этот обмен вполне себе равноценный. Я не стремлюсь к какому-то там огромному богатству. Но опять же, дадут, не откажусь. Вот. Поэтому я не собираюсь никуда там сваливать, уезжать. И любимая аниме, да, Джеку Спас. Ты знаешь. Ты знаешь, о чем говорить. А зачем в школе преподавали другие, не знаю совсем. Ну да, в принципе, локальный язык он нужен. Хорошо нужно знать русский язык, да, где-то или там украинский, белорусский, где-то живешь, не знаю молдавский и так далее. И английский. Давно пора перевести всю науку с латыни на английский, но вроде ботаники уже собираются это делать. Да, или специфика, если партнеры имеются. Допустим, тот чувак был вынужден изучать немецкий язык, вкратце там какие-то курсы прошел, потом, общаясь с этими немцами, он уже, в принципе, нормально балакал, ну и проживая там, за год он уже через год был нормально, общался с ними на равных, а через три уж тем более Имел вполне себе достойный уровень знания немецкого разговорного и такой базовый уровень немецкого научного. При том, что до этого английский он знал очень хорошо. Этот парень, который уехал туда. <coughs> вот. И сегодня какая-то странная такая информация пришла. Я, помните, вам рассказывал, что публикация статьи моей с химиками отложена до 15 августа. И сегодня мне скидывает коллега, с которым писал. Эту статью химии как раз скидывает ссылку на e-library. Это ресурс, кто не знает. Там собираются статьи все. Банафлик. да, ты крейзи, ты крейзи. Ты очень красивый. Мне нравится твоя корона и твой шрифт. Мне понравилось. Ты молодец. Проходи, присаживайся. Вот. И там вижу эту статью, которая должна была быть опубликована в журнале Экологии Человека 15 августа, но она опубликована в журнале Безопасность Техносферы, причем за апрель этого года. Вот, и как бы круто, конечно, но не очень понятно почему. Причем денег с нас не брали за это. Договор мы не подписывали на отчуждение прав. Ну, было бы, конечно, классно, если бы такое чудо свалилось с небес. Это круче, чем, не знаю, партнерка с Твичом. Но что-то я боюсь как бы не сглазить. Я написал им письмо, чтобы выяснить все, что да как. Потому что если так, то есть возможность, что кандидатская будет защищена прям до конца этого календарного года. Но это тьфу тьфу фу Держим пальцы крестиком все такое прочее. В биологии все на латыни, да, в биологии все на латыни. Китайский сложно. У меня подруга есть, которая учила китайский целенаправленно, потом уехала в Китай на стажировку, поняла, что то, чему учили здесь, полное говно, и осталось там жить, в итоге выучила его хорошо. Английский самый простой язык? Ну, не знаю, не знаю, кому как, может быть, кому-то и простой. Мне он кажется довольно-таки сложным, хотя проще языков я не знаю, потому что кроме русского и английского другие я не изучал. Латынь нельзя считать языком, потому что все-таки на нем никто не разговаривает. Ну да, ладно, я не знаю, что-то я долго уже очень болтаю, наверное, нужно будет потом стрим этот подрезать, когда выложу запись, или не резать, просто напишу, что начало там с 25 минуты. Ну посмотрим, посмотрим. И начнем, наверное, наше сегодняшнее занятие основное. How are you? Fine, thanks. And you? Ben Affleck. And you? Да, сегодня о чем я хотел поговорить. Сейчас только Paint найду, наш волшебный. Я картинок не заготовил, тупо потому что я еще раз говорю, я упал на кровать, думал, поваляюсь. Пять минут и вырубился, и проснулся прямо перед стримом. У Леши длинный не только язык. Длинный язык. Длинный. Блин, к чему вы это? В смысле, там не было слова длинный нигде. К чему вы это говорите? Ну, язык, кстати, не очень длинный. Я до носа не достаю, например, до кончика носа. Показывать не буду. Просто поверьте на слово, что не достаю. Вот. На чем мы в прошлый раз остановились с вами? Мы остановились на органоидах. Мы поговорили о том, что есть в клетке в бактериальной некоторые составляющие части. Клеточная стенка, снаружи, которая состоит из мураина, который является да? Ацилмурамовая кислота и ацилглюкозамин. Он разбивается, значит, мурамидазой который по-другому называется лизацией ферментом, который есть у нас в слюне и так далее. Николаевич, электронный микроскоп... Нет, не вопрос, электронный микроскоп у нас, к сожалению, не имеется. Он единственный у нас есть в университете. Он занимает размером целую комнату. Я не знаю, что сделал, что он у меня может иметься. И он у физиков. Мне его не дадут, я думаю. Они там тараканов сами рассматривают. Но есть обычный микроскоп, в принципе, можно к нему цифровой окуляр подрубить и показывать. Я планировал такие выпуски организовать, но потом, после цикла лекций. Хорошо? Вот. А сейчас э, продолжим. Значит, стенка, мембрана и органоиды. Органоиды мы разобрали вкратце, с вами пробежались по ним. Помимо органоидов, которые являются постоянными включениями бактериальной клетки, имеются непостоянные или эфемерные включения бактериальной клетки, э, которыми, как правило, являются запасные питательные вещества. Это может быть гликоген. О, oh, извините, гликоген. Все, совсем поехал. Гликоген это чаще все-таки у животных. Вот. Но у бактерий заменяется это валютином и гранулезой. Валютин это полифосфаты, то есть фосфорные составляющие которые необходимы бактерии для синтеза некоторых веществ и реакций, связанных с фосфорилированием, если это, к примеру, фотосинтезирующая бактерия. И помимо этого формируются глыбки серы, железа, марганца и жировые включения. Это все эфемерное непостоянное включение, которое так же, как и другие составляющие бактериальной клетки, могут окрашиваться разными способами. Повторюсь, на канале лежит запись ролика окраски по грамму. В принципе, такой же используется такая же технология, только с другими красителями и другими там, временами экспозиции для окраски других включений. То есть можем окрашивать спору, можем окрашивать капсулу, можем окрашивать жгутики, включение жира, гранулезы и так далее. То есть, все это может окрашиваться, у бактерий можем все это видеть на препарате. Вот это как бы дополнение к тому, что я забыл э, рассказать в прошлый раз. Теперь покоящаяся формы микроорганизмов. Вкратце, до экологии мы должны по ним пробежаться, потому что это очень важная тема. Хотя бы нужно иметь о ней какое-то представление. Значит, покоящаяся форма, что из себя представляют? Э, дело в том, что не всегда бактерия живет в благоприятных условиях. Вы должны это понимать. Частенько она испытывает некоторые неудобства. Ну, в частности, мы сегодня будем говорить об оптимальных условиях жизни для каждой бактерии. Есть условия оптимума для каждой из них. Но забегая вперед, можно сравнить с человеком. Например, человеку комфортно находиться ну, без одежды, да, при температуре около 25 градусов, при влажности там 60-80 процентов, при давлении атмосферном, при там освещенности определенной тоже интенсивности, то есть не слишком ярко, не слишком темно, чтобы меланин вырабатывался, и циклы все поддерживались, все такое прочее. На самом деле человек при всех своих космополитических, то есть все вездесущих наклонностях, он очень ограничен в плане экологических ниш. У нас довольно узкий температурный диапазон оптимума, довольно низкий диапазон давления и так далее. Вот у бактерий он гораздо выше. Но все равно даже у самых устойчивых бактерий наступает такой момент, когда им будет очень некомфортно. И в таком случае бактерия образует э, спору. Ну или другие покоящиеся формы так называемые. Пределы толерантности. Совершенно верно. Только не пределы толерантности, а именно уже зоны пессимума. То есть то, что находится за пределом, Не сам предел, а их, э, за их границей то, что находится. Ну ты в первом направлении мыслишь и в принципе, наверное, я просто придираюсь. И, может быть, ты даже больше прав, чем я. Ну, не суть. Спасибо большое за поправку. Вот. Допустим, вот бактерия. Она попадает в неблагоприятные условия. К примеру, ее оптимальный диапазон существования температурный, ну, 37 градусов. Это какая-то бактерия, которая живет в человеке. Например, шерихия коли. Да, как мы это назвали, перетрих, то есть, ну, это как бы... Нет, лучше не так сделать, а именно жгутиками показать, точнее, ресничками. Со всех сторон нам покрыт такими ворсинками, жгутиками, ресничками. Является перетрихом. Бактерия кишечной палочка, совершенно стандартный жилец человеческого организма. Живет повсюду. И на коже, и в кишечнике в большом количестве, и так далее. Вот. Наступают неблагоприятные <coughs> условия. К примеру, ей стало холодно, стало нечего жрать. Но она выпала из кишечника, каким-то образом упала на пол. И тут она понимает, ей нужно выжить. Для того, чтобы выжить организму, необходимо потреблять питательные вещества, иметь запас кислорода вокруг себя, если это аэробная бактерия, или иметь запас веществ, которые будут поставлять ей электроны, если это анаэробная бактерия, то есть субстрат окисления какой-то. У нее веществ питательных нет. Попадает на в Россию. Ну, вообще да. Видимо, все бактерии должны в спорах в России жить, судя по всему. Эта бактерия не имеет веществ питательных вокруг себя, валяется на полу. У нее там вокруг страш страшный мир, там клещи полевые ползают, какие-то другие бактерии-конкуренты, которые хотят сожрать. И она думает, ну вдруг мне повезет, и однажды какой-нибудь хороший человек снова меня в свой анус запихает. Я буду счастлива, довольна и все такое прочее. И она образует спору. То есть она должна остановить свой метаболизм почти остановить, то есть очень сильно замедлить. Это не анабиоз. Анабиоз это специфическое понятие для многоклеточных организмов. Это именно споруляция, то есть не путать эти понятия. Это не какая-то не спячка, ничего, это именно споруляция. То есть очень сильно тормозится метаболизм, замедляется обмен веществ, она почти не поглощает, почти не отдает ничего наружу. Она как бы, как бы умирает, но не совсем. Она отбрасывает, в принципе, все внешние органоиды и покрывается спорой. Каким образом? Этот процесс происходит несколько этапов. Во-первых, эм, прорастает, э, прорастает внутри вегетативной клетки, то есть такая клетка, которая растет, называется вегетативная, обычная, живая, вегетативная. Внутри нее прорастает спорангий, то есть как бы образуется, ну и другим цветом, еще одна оболочка внутри. Это называется эндоспора. То есть эндо это внутренность какая-то. Экзоспора образуется снаружи, она очень редко образуется, чаще каких-то актиномицетов. У бактерий чаще эндоспора образуется. Между ними, между ними здесь накапливаются очень твердые и плотные вещества, зачастую с вкраплениями какого-то кремния, даже металлов и так далее. Это называется кортекс или кора. В переводе с латыни. Кортекс. За счет внешней мембраны он уплотняется и становится почти непроницаемым для всех веществ, в том числе и для воды. То есть в этом случае спора может пережить даже долгую засуху. Она остается каким-то запасом воды, которая внутри нее есть. То есть протоплаз переходит в состояние геля, помните? А снаружи вода не проникает внутрь и изнутри не выходит, то есть не испаряется. Проблема решена накапливается большое количество солей, при этом внутри концентрируется, и образуются коллоиды. То есть вода вся связывается с коллоидными частицами. Так ей, так скажем, меньше соблазнов с чем-то прореагировать. То есть она там в запасе. Если вдруг наступит момент и спора прорастет, и окажется такое, что вокруг нет воды, то какого-то количества этой воды ей хватит для первого времени существования. И снаружи может формироваться экзоспориум из белков, ну, до того, как она станет совсем непроницаемой. То есть какие-то поры остаются, еще постепенно зарастают, и сквозь них наружу выделяется белок, который покрывает дополнительно эту спору, или также может образоваться по тому же принципу капсула из слизи. Это вот будет тот самый капсульный антиген, про который мы говорили в иммунологии. Ну, не думайте об этом пока. И вот, если наступает улучшение ее жизни, она попадает в благоприятные условия, то прорастает, из нее такой выделяется реально проросточек. И он уже дает новую полноценную клетку. Эта спора, она просто, ну, как бы. Исчезает, растворяется, выбрасывается. То есть получается не просто вылупление, как из яйца, да, цыпленка, а прорастание как цветочка из семени. То есть семечко -то само остается в почве, да, а растение растет вот этой вот частью побегом своим. Здесь примерно то же самое. Поэтому говорят, что спаранги прорастает в вегетативную форму. И дальше уже начинается обычная жизнь. Вот. Это. Споры характерны для обычных бактерий. Причем, если помните, мы рассмотрели классификацию, это кластридий и бацил. Вот у бацил у них э, спора, как правило, не превышает размеров бактериальной клетки. А у кластридий у них наоборот, спора, когда образуется, она такая большая, что может даже деформировать клетку. Причем находиться может спора как по центру, э, это будет центральное да, спорообразование, так и с краю. Это будет, соответственно, терминальное спорообразование. Но это тоже классификационные признаки, точнее систематические признаки, по которым можно определить рода и даже иногда виды разных бактерий. Цисты характерны для азотфиксирующих бактерий. цист отличается от того, что от споры, тем, что образуется двойная оболочка интина и ягзина, и циста совсем с это непроницаема. Помимо этого есть еще несколько видов спор, точнее покоящихся форм акинета, биоцисты, гармогонии. это подвижные формы, гармагонии, имею в виду. Вот. Но на них внимание зацикливать не будем, потому что все-таки у нас здесь уж не углубленное изучение, да, я обещал ознакомление провести с микробиологией. Поэтому такое уточнение нам не нужно. Просто знайте, что есть еще другие покоющиеся формы. Если кому-то будет интересно, пюрешечку на клаву уронил. Знаешь, Токсин, у меня было такое однажды, когда я на клаву пролил э, кофе, причем с молоком и сладкий. Я думал, все, капец. То есть, ну, в клавиатуре хана. Э, но, проходит какое-то время, она высыхает, и что бы вы думали... Вообще ничего. Я не знаю, может, там куда-то впиталось это все. Может быть, это все э, выветрилось. Но сладкий кофе с молоком, он не мог выветриться. Но я на клавишу не залипала с тех пор. И как бы жизнь там не завелась. Вот. Но потом я, конечно, ее помыл. Но с тех... до тех пор проблем не... никаких не было. Э, прошло месяца, наверное, два. До тех пор, пока я не помыл. Ну, я, в принципе, да, не очень. Слежу за своей электроникой. Вот. Это было завершение анатомии микроорганизмов. Стандартный вопрос, но чисто формальный. Есть ли у вас какие-то вопросы по этому разделу? Потому что сейчас мы будем переходить потихонечку к большому разделу, который, наверное, сегодня даже до конца не успеем пройти, а может и успеем, черт его знает. Это будет экология. Экология микроорганизмов. Ну, надеюсь, вопросов нет. Я потихонечку начну. Если будут, я на них отвечу. Так вот, экология. Напомню, я как эколог, да, по своей теме основной, мне всегда больно, когда говорят плохая экология и так далее. Я об этом уже жаловался, но повторить лишний раз, думаю, не грех. Вот, экология не может быть плохой или хорошей, потому что экология – это наука об отношении организма с окружающей средой и с другими организмами в этой среде. Это все экология. Экология это и изучает. Так вот, не стоит забывать, что окружающая среда – это не только элементы неживой природы, то есть часто, когда люди говорят окружающая среда, ага, значит небо, там вода, воздух, почва и так далее. Забывают часто, что окружающая среда это еще и жизнь. То есть все межвидовые, межпопуляционные взаимодействия это тоже экологические факторы. Если на бактерию будет влиять другая бактерия, то это тоже экологический фактор. Какой экологический тебе ближе в узком понимании или в широком? Панда, прости, я не понял, ты мог бы расшифровать немножко, что значит в узком понимании, а что в широком и что за подходы экологические? Боюсь, я недостаточно квалифицирован, чтобы отвечать на этот вопрос. От сердца к солнцу. Подход от сердца к Солнцу, да. Наверное, ты прав. Такой ближе всех. Вот. Факторы, соответственно, бывают. Трех типов. Ну, я не знаю, зачем я это рисую, все равно конспектировать нет смысла, но чтобы было был какой-то порядок, то факторы бывают биотические, то есть как раз-таки те, которые э, приходят от других живых организмов. А биотические ⁇ это те факторы, которые идут от неживой природы, то есть вода, воздух э, и так далее. И антропогенные. Это в принципе-то... Биотические факторы, но поскольку человек очень сильно изменяет природу, то они являются смешанным чем-то, биотические и абиотические, поэтому их выделили в отдельные. Антропогены это те факторы, которые эм, оказывают, то есть то воздействие, которое оказывает на организм человек своей деятельностью, осознанно или неосознанно, неважно. Э, начнем мы с абиотических факторов, то есть факторов неживой природы. <с> 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 <с -2> это один из самых широких разделов, и мы да что же такое? В горле сохнет и сохнет. И мы на нем подробнее остановимся сегодня. Так вот, абиотические факторы, перед тем как про них говорить, сперва поговорим про некоторые экологические законы. В частности, есть закон Либиха. Рудл, здравствуй, проходи, пожалуйста, проходи. Сегодня видишь, у нас здесь интеллектуальная беседа, а нестандартная деградация в Эйзенхорне. Но, кстати, кто желает, кто желает, у меня есть сегодня мысль после стрима э, вернуться снова в Ксенос и часик полтора поиграть в Инквизитора. Вот, ну такой небольшой спойлер. Он же тизер. Закон Либиха говорит о том, что для существования любого организма необходимо иметь какое-то количество э, любого фактора. То есть все факторы... Кстати, Рутл, ты еще был не подписан. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Ну, большое спасибо тебе за подписку. Поздравляем с зачислением. Присаживайся на любой свободный стул. Сегодня Груфом, по-моему, отсутствует, но э, это как бы его проблема, поэтому ты можешь выбрать любой стул, который он тебе предложит. Даже самый красивый. Либих сказал, что необходимо присутствие любого фактора в, минимум, в минимальном количестве. Например, какое-то количество температуры должно быть, то есть тепла. Какое-то количество света. Какое-то количество влажности. Какое-то количество либо кислотности, либо щелочности. В полностью нейтральной среде обычно редко живут организмы. Какое-то количество солей, то есть давления астматического и так далее. Когда рассматривается экосистема как система саморегулирования, или когда экосистема вырывается из общей массы и может рассматриваться отдельно, например, как экосистема отдельного муравейника, мне больше нравится общий подход, если ты об этом. Я думаю, что довольно глупо рассматривать. Нет, глупо не хоро... плохое слово, нехорошее, так нельзя говорить, у всех свое мнение. Неправильно, мне кажется, рассматривать экосистема отрывают друг от друга, потому что все-таки полностью изолировать экосистему невозможно. Она так или иначе общается с другими, может быть, даже на квантовом уровне. Мы этого не можем до конца знать. Всякое может быть. Например, как в фильме там Люси, фиг знает, что-нибудь откроется у нас там 30% мозга, и будем видеть квантовые взаимодействия между муравьями, а они это и так видят, или что-то в этом роде, или окажется, что Бог есть, и все мы заблуждались, и все мы попадем в рай, и так далее и тому подобное. Вот, надеюсь, я на вопрос ответил. И помимо этого есть закон толерантности или закон оптимума. Он выражается следующим образом. Несмотря на справедливость закона Либиха, закон оптимума ограничивает колебания факторов в, в каком-то пределе. Я думаю, многие из вас знают про как он называется, господи, закон а, кривую Гаусса, вот закон оптимума на кривой Гаусса и построен. То есть, давайте мы приведем пример, а, опираясь на, ну, допустим, температуру. Это самый простой пример. То есть, температура – это один из абиотических факторов, фактор неживой природы. А, если мы построим график по оси ординат, у нас будет, а, так скажем, благоприятность для организма какого-то, то есть возможность его роста, размножения. Ну, для бактерий это будет количество бактерий, которые вот занимают определенный субстрат. В условных единицах. Ну, давайте это отметим, не знаю, каким, каким символом, какой буквой. Ну, короче, вот пусть будет так. Вот благоприятность фактора. А это будет интенсивность, то есть фактически градусы температуры. И возьмем, к примеру, бактерию, ту же самую Шерихия коля которая нам всем хорошо известно. Мы знаем, что для нее наиболее оптимальным уровнем температуры является температура в 37 градусов по Цельсию. Вот мы обозначим на оси абсцисс температуру 37 градусов по Цельсию. Здесь будет максимальное количество бактерий, максимальная, так скажем, благоприятность для этого количества пищи, которые они могут вот иметь в данный момент времени. Если, к примеру, температура будет колебаться, ну, условно говоря, там сколько есть 37, значит, здесь примерно где-то будет 15, да, там 20, 25, ну, я понимаю, дробление для инженеров сейчас покажется таким некрасивым, но мне плевать, я не инженер, вот, поэтому приблизительно шкалу составим, ну, 50, там, бла-бла-бла, и, допустим, здесь где-то будет 100, температура кипения воды. Вот. А здесь бла-бла-бла, и будет температура замерзания воды 0 градусов по Цельсию. То есть явно эти будут условия неблагоприятные. Допустим, при 25, твои глаза, что с ним не так, очень мелко пишу или что? Токсин, прости, пожалуйста, я постараюсь сделать пожирнее. Прости, я не думаю, что... Шучу, я так же... А, блин, ты про шкалу. Я понял, все, я понял. Ну, блин, да, извините. Извините, пожалуйста. При 25 градусах, допустим, будет меньше бактерий уже вызревать. Вот примерно вот так. При 40 тоже мало. То есть, видите, мы отдаляемся вроде бы в разные стороны от благоприятной температуры, но все равно примерно количество бактерий и в том и в другом случае будет низким. В этом случае, потому что бактериям будет мало тепла для их жизнедеятельности. Помните ведь, да, по закону, точнее по правилу Вангофа, химическое правило, при повышении температуры Реакционной смеси на каждые 10 градусов по Цельсию скорость реакции в этой смеси возрастает в 2-4 раза. То есть чем ниже температура, тем хуже будет идти реакция. Понятно, почему в эту сторону уменьшается, да, количество бактерий, которые вырастают на субстрате. Почему в эту сторону? Ну потому что при очень высокой температуре наступает денатурация белка и уже бактерии трудно его синтезировать. Чем дальше будет повышаться температура тем, соответственно, меньше будет вызревать бактерий. И наконец наступит период, где бактерий не будет совсем. При 0 градусах они замерзнут, при температуре кипения они умрут. Потому что белок полностью натурируется. И мы наблюдаем картину примерно следующую: И это очень похоже на кривую распределение Гауса. То есть вот эту зону мы называем зоной оптимума. Потому что. А, объясню, почему чуть попозже. Вот видите, самый высокий уровень этого колокола. Эту зону мы называем зоной толерантности. Вот. А зону, где бактерии уже погибают, мы называем, ну, чуть пониже здесь можно сделать. Мы называем э, зоной гибели. Или зоной за пределами толерантности. График резонанса похоже. Ну, похоже, похоже. Пепе, дружище, в чем дело? У тебя сердце крови обливается. Ты тоже инженер. Ты же не инженер, я же знаю. Ты просто, ты просто переживаешь за меня, наверное. Спасибо большое, что переживаешь. Вот. Почему это называется зоной оптимума? Есть очень четкое определение, которое я все время пытаюсь у студентов выдрать, хотя об этом говорю, но они не могут никак это запомнить. Я вас прошу запомнить. Оптимум, оптимум, даже можно для человека пример привести. Вот человек, ему все хорошо при какой-то температуре, при всех остальных условиях. Он сыт, у него нормальная температура тела, он здоров. И он что хочет? правильно, развлекаться. Но если бы мы были чуть-чуть ближе к животным, а именно бактериям, мы бы хотели размножаться, когда у нас все хорошо. Так вот, зона оптимума – это та зона абиотических факторов, при которых бактерия может размножаться и размножается. Зона толерантности – это та область, в которой живой организм только выживает, но пока не думает о размножении. То есть ему главное выжить. То же самый человек, да, когда на войне там, или в тяжелых условиях на Северном полюсе или в лесу там идет куда-то, пытается выжить, выжить, выжить. Он живет, он не умирает. Но ему, честное слово, не до размножения в этот момент. Ему лишь бы свою жизнь спасти, а потом уже думать о продолжении рода. То есть сперва инстинкт самосохранения, потом инстинкт продолжение рода. Именно в таком порядке, и никак наоборот. Здесь то же самое. Ну и, соответственно, если дальше зона толерантности, то наступает просто-напросто гибель. Вот. В принципе, этот закон касается всех факторов, только будут другие цифры. Это касается и влажности, это касается и pH и так далее. Но об этом мы поговорим. Если Shift зажать и проводить линию, она будет ровной. Shift зажал, провожу линию. Фига себе. Да нет, фигня какая-то. Это самообман. Не может такого быть. Серьезно, что ли? Это Shift так работает? Да блин, вы меня троллите. Я не вижу разницы во всяком случае. Не знаю, спасибо за совет, но... Не знаю. Я не верю тебе. Прости, Альфатьян, Ты троллируешь. Или просто рука такая классная. В пейнте. Да, я в пейнте. Uh, <coughs> вот. Это, значит, общие законы. Теперь переходим к конкретным, конкретным областям влияния факторов. Если мы говорим про температуру, раз уж мы с нее начали, проводишь... Ну, я понял, я понял, ладно, ладно. Вижу, что не троллишь. Спасибо большое. Спасибо. На будущее учту. Сейчас будем рисовать. Я этим воспользуюсь обязательно. Температура. Помните, мы говорили да, кстати, я думаю, что дело в том, в том, что зажатый shift просто передает уверенность. Я такой думаю, я зажал shift, я все могу. И все получается у меня. Думаю, в жизни мне просто нужна карманная клавиатура с одним шифтом. Я буду сжимать ее в кармашке и быть уверенным. Я говорил в прошлый раз о том, что очень много в микробиологии отводится именно классификации по разным признакам. Так вот, отношение к температуре – это хороший признак, который является систематическим. Бактерии делятся на Пять групп организмов, экологических групп, по отношению к температуре. Это мезотермофилы. Те, для которых оптимум развития является порог, то есть не порог, а район 30-40 градусов. 30-40 градусов. Это мезотермофилы. Мезос это средний в переводе с греческого, если не ошибаюсь, не с латыни. Эксперт Альфатьян, я верю тебе. Ты эксперт во многом. Я, как бы, не сомневаюсь в тебе никогда, и был бы очень счастлив, если бы ты почаще давала ценные советы. Я их очень-очень уважаю. Спасибо тебе большое. Вот. 30-40 градусов не в смысле крепости, а по Цельсию. А, да, да, во вторник ты меня научил рисовать. Спасибо тебе тоже за это большое. Мезотермофилы. Это пример, как можно привести кишечную палочку, то же самое. А, вторая группа психрофилы. Психрофилы это бактерии, которые могут обитать при очень низких температурах. Их э, нижний порог минус 10 градусов, то есть их э, оптимум примерно 10 градусов по Цельсию. Но они могут выдерживать до минус 10. Э, они могут это делать э, из-за того, что в состав липидного слоя мих э, мембраны входят ненасыщенные жирные кислоты. И, то есть, при той температуре, когда Вода должна вроде бы кристаллизоваться, у всех нормальных организмов они погибают, то ненасыщенные жирные кислоты, типа омега-3, которые все прекрасно знают, они не дают воде кристаллизоваться, они как бы делают из нее такой гель. Тот же принцип используют амфибии, когда уходят в анабиоз зимой. Вот, это психрофилы. Третья группа термотолерантные, термотолерантные бактерии, которые выдерживают температуру горячих источников, но все-таки их оптимум является температура около 40-50 градусов. Но у них выше пороги толерантности, выше, чем вот у первой группы. И четвертая группа – это экстремальные термофилы или экстремотермофилы. Я сказал 5, их 4 на самом деле. Экстремотермофилы, которые выдерживают температуру, по некоторым данным, до чуть ли не 200, извиняюсь за выражение, градусов по Цельсию. Ну, иногда проскакивают в литературе совершенно потрясающие данные гораздо выше, но подтвержден, насколько я знаю, они до таких вот температур. Что позволяет им выдерживать такие температуры, пока до конца непонятно. Но они живут, повторюсь, в горячих серных источниках и там вполне себя комфортно чувствуют, являясь при этом облигатными анаэробами и перерабатывая субстрат, используя серу в качестве этого субстрата, получая из нее донорные электроны. Валерий Хилл, здравствуйте, здравствуйте, Валерий Хилл. Спасибо, что подошли. Мое самочувствие гораздо, гораздо лучше. Спасибо большое, потому что действительно сегодня я чувствую себя потрясающе по сравнению со вторником. Я просто летаю. Я допил антибиотики сегодня. И, видимо, нужно было сделать просто сразу. Но мне было очень жалко моих бактерий, которых при этом я, естественно, по... Убивал большое количество. Я помню, существует общая классификация организмов с высокой и низкой экологической вребиотой и стенобиоты, если не ошибаюсь. Да, есть. Это по общим критериям. Я об этом хотел сказать, когда мы дойдем уже до конца обсуждения всех факторов. Ты торопишься, но ты говоришь все верно. Ну, в принципе, давайте сейчас об этом поговорим хорошо. Про куриоты, то есть доядерные организмы, к которым относятся бактерии, они, в принципе, являются эврибиотами, в широком смысле этого слова. То есть эври – это везде, био – жизнь. Они обитают везде абсолютно. Иногда это называют еще космополитами, но смысл тот же самый. Они приспособлены ко всем абсолютно условиям обитания. На Земле они есть абсолютно везде. Даже в вечной мерзлоте их находили. Есть мнение, что они выходят даже в нижние слои стратосферы с потоками воздуха. И там выживают в виде спор. Их почти не берет космическое излучение, потому что некоторые виды спор могут его не пропускать. Вот, и так далее. То есть они очень живучие на самом деле твари, но в космосе пока бактерии не обнаружены и нет никаких подтверждений, что жизнь есть где-то еще, кроме нашей планеты. Но будем на это надеяться. Почему бы и нет? Вот, наверное, сказал. По влиянию света, по влиянию света на бактерии. То есть это мы разобрали, Температуру мы разобрали. А, только температуру пока, да? По влиянию света. Вы помните, что свет это излучение. Излучение есть очень неблагоприятное для живых организмов. Это ультракоротковолновое излучение. Стоп, наоборот. Нет, длинное, наверное, да? Нет, короткая, короткая. Ультракоротковолновое излучение очень губительно влияет на все живые системы. Мы об этом говорили и в теме про рак и в моих других темах. И думаю, вы помните, что если разбросать спектр электромагнитного. Стоп, ну-ка я попробую с шифтом. Ничего не работает. Что вы мне рассказываете? Если рассмотреть э, спектр электромагнитного излучения и раз, разбить его на длинный волн, то здесь примерно будут м -м, инфракрасные волны. Да, инфракрасный спектр там... Э, 1000 нанометров. Блин, опять под вебкой, наверное, пишу. Ну, пофигу. 1000, короче говоря, и выше. Это будет здесь. Инфракрасный диапазон. Мы его уже не видим. Здесь будет ниже 300. Ультрафиолетовый. Тоже мало нас интересует. Губительный. Там же будут гамма-излучение и так далее. То есть он нас не интересует. По влиянию света. Нас интересует диапазон, видимый. Или. Даже не то, что видимо, а тот, который может использоваться бактериями, например, для фотосинтеза. Вот по отношению к свету есть бактерии, которые устойчивы к коротковолновым излучениям и неустойчивы к ним. Такое изделение. То есть устойчиво к радиации и неустойчивы к радиации. да, коротенькая. Спасибо большое за подсказку. Спектральный состав космических бактерий не дает нам их увидеть. Кстати, может быть. Вот я об этом думал неоднократно вдруг. Реально, есть вот вокруг нас такие существа, или там разумные, неразумные, которые мы просто не видим. Мы не можем с ними взаимодействовать. Они невидимы для нас. А нас они видят. Или тоже не видят, они подозревают вообще ничего о нашем существовании. Вдуматься может крыша поехать. Вопрос про бактерии муравьев задал же, нет? Не помню. Можешь его еще раз задать, я попробую на него ответить. Да, снова под вебкой, ну в общем, там тысяча написано. Значит, устойчиво неустойчивые. Использующие солнечный свет. Ну, вообще свет для обеспечения фотосинтеза, то есть фотосинтезирующие бактерии и не фотосинтезирующие бактерии. А также свет влияет на бактерии так же, как и на человека. То есть у них есть определенные циркадные ритмы, суточные ритмы. То есть, когда солнышко выходит, у них начинают происходить какие-то биохимические реакции, даже если они не фотосинтезирующие, даже если у них нет органов, которые воспринимали бы солнечный свет. То есть вы знаете, да, что есть такая гипотеза, ну не гипотеза, а теория, она вполне подтверждена, что если даже человек слепой, он не видит вообще свет, то даже в этом случае он понимает, когда наступило утро, то есть когда светло, да, наступает день, а когда наступает ночь. И даже не из-за того, что организм его привык к биоритмам, а именно потому, что, в принципе, можем воспринимать солнечный свет и вообще свет, не только глазами, но и кожей буквально. И за это восприятие отвечает шишковидная железа, эпифиз бывший третий глаз, который был там у рептилий, потом зарос и так далее и тому подобное. Ну, не рептилий, а у предков рептилий. Вот. И мы можем свет ощущать как бы кожей. Неосознанно, но наша эндокринная система это воспринимает. По тому же принципу и у бактерий это работает. Я хочу видеть то, чего нет, но как бы я могу тебе пару веществ подсказать, но не на стриме. Не на стриме. Помимо этого, имеются 11-летние солнечные циклы, которые связаны с вращением солнечной массы и появлением или исчезновением пятен. То есть вы знаете, что каждые 11 лет проходит цикл по количеству солнечных пятен. Раз получается в 5,5 лет их наибольшее количество на Солнце, и через 5,5 лет они почти исчезают, потом снова увеличиваются. Сейчас, по-моему, их меньше всего. Но могу ошибаться, может быть, нет. Но это влияет на все живое на Земле потому что повышается количество излучения электромагнитного от Солнца на Землю, и это не может не влиять. Каждый год 31 декабря мы с бактериями ходим в баню. Совершенно верно. Фотосинтезирующие бактерии также имеют зеленый окрас, или он у них явно не выражен. Вот здесь стоит отметить следующее. Я об этом в прошлый раз вкратце говорил, что у бактерий есть особая вещества, которые поглощают солнечный свет, бактериохлорофилы, они есть разных оттенков. Есть зеленые бактериохлорофилы, есть оранжевые, есть синие. Дело в том, что бактерии часто обитают в толще воды, фотосинтезирующие. И на разную глубину воды проникает разное количество света и разный спектр. То есть в зависимости от того, какой спектр солнечного белого света проникает до какой толщины, вот с таким цветом хлорофила там бактерии живут. То есть они бывают зеленые, бывают синие, бывают оранжевые и так далее. То есть здесь зависит от их условий обитания, к чему они приспособились, к какой нише они более превалируют. Скажем так. Надеюсь, на вопрос ответил. Вот Это по влиянию, по влиянию света. А, ну и конечно же, поскольку инфракрасная часть спектра является источником тепла, то все, что касается света, тепла, мы сюда же к свету и относим. Влияние газов, влияние атмосферы, влияние газов. По влиянию газов на живые системы, бактерии делятся на аэробы и анаэробы. Ну, напишем так буковку Г. И, блин, что так надоело мне. За корички рисовать можно я буду писать. О, круто. Аэробы. И анаэробы. Аэробы и анаэробы. То есть аэро это воздух. Ана это отрицание, понимаете. То есть аэробы те, которые нужен кислород для дыхания. А анаэробы тем, кому он не нужен. При этом каждая из, этих, из этих категорий делится еще на подгруппы две из которых можно объединить в одну на самом-то деле. Почему? Сейчас объясню. Анаэробы, аэробы, извините, бывают облигатные, то есть обязательные. По-русски, если перевести. И анаэробы тоже бывают облигатные. В чем это выражается? Если облигатных аэробов поместить в бескислородную среду, они умрут, потому что им нужен кислород для дыхания клеточного. Мы это рассматривали в одном из предыдущих выпусков Science Stream. А, а облигатных анаэробов, если поместить в кислородную среду, они тоже умрут, потому что для них кислород яд. Это те самые потомки далеких-далеких бактерий, которые жили на Земле в первые миллионы лет появления жизни, и для них кислород является до сих пор ядом. Бактерии способны фотосинтезировать в более суровых условиях, чем растения? Да, способны. У них для этого есть некоторые механизмы компенсации, так скажем, не прошедших активацию протонов. Если у растений это приводит к уменьшению количества АТФ и снижению КПД, то у бактерий просто проскакивает как бы неактивированные кусочки субстрата и по второму кругу в цикл замыкаются. А у растений просто-напросто они выбрасываются в отходы. Ну, процентов может быть на 5-6 эффективнее, если прикинуть, будет, чем у растений. Но примитивнее в другом, в том, что эм, улавливают электронов меньше. У них нет таких классных антенн, которые улавливают. Не электронов, а фотонов изменить света. Фотонов цвета. Сам процесс у них гораздо лучше устроен, чем у растений. Но в целом фотосинтез менее эффективен. Если от начала до конца от улавливания фотонов и до синтеза органики. В целом у растение более эффективно получается это все. Вот. И есть факультативные как аэробы, так и анаэробы. Это синонимы. То есть факультативные аэробы равно факультативные анаэробы. Факультативные. Аэробы или факультативные анаэробы. То есть те, которые в принципе могут и так, и так. Вот. При некоторых условиях они окисляют субстрат, аэробами являются. А если кислорода нет, так уж и быть переключаются на гликолиз, на гликолизное окисление субстрата. Помните, он менее эффективен. Вместо 38 потенциальных молекул АТФ э, при дыхании мы получаем только две молекулы АТФ из одной молекулы пирувата. Вот, то есть 4 молекулы АТФ из одной молекулы глюкозы. Но зато можем жить без кислорода. То есть они могут жить без кислорода. Есть такие вот туда-сюда бегают. Ну, как правило, они обитают, знаете на днах водоема, где кислорода совсем мало. Это анаэробы, это гнилостные бактерии еще, которые вызывают процессы брожения, которые вызывают процессы гниения, газовую гангрену или перегнивания органики, например, листьев, да, которые вот утрамбовываются после листопада и так далее. Это вот анаэробы. А аэробы это все бактерии, которые нас окружают, вполне себе обыкновенные. Вот. Есть ОФ-тест, который однозначно описывает их состояние. То есть три критерия. Если вот такие маркировки будете видеть рядом с бактериями, знайте, что это означает либо аэроба, либо анаэроба, либо факультативная аэроба. То есть О... Да что ж такое? Пиши. О плюс F плюс, например, означает то, что эти бактерии имеют как окисление, так и F это ферментация – Значит, это факультативные аэробы. Могут и так, и так. Тест, который заканчивается вот таким вердиктом. О плюс, F минус. Означает, окисления а с ферментацией нет. Облигатные аэробы. Ну и, естественно, нетрудно догадаться. О плюс, тут извините, О минус, F плюс. Это тест, который показывает Анаэробов облигатных, у которых нет окислений, есть только ферментация. Понятно. Здесь, думаю, <coughs> проблем возникать не должно. Ну, помимо этого, отношения с другим газом, не только кислороду, например, некоторые бактерии, в частности, очень многие из тех, которые вызывают болезни, передающиеся половым путем, они требуют повышенного содержания углекислого газа, например, гонококи. Мутуализм вспомнился. Есть там такой термин, да. Есть такой термин. Ну, ближе он, конечно, к симбиозу. К симбиозу есть факультативные симбионты, есть облигатные симбионты и так далее. Но мы до этого обязательно дойдем, потому что экология, влияние факторов биотических будет именно про это тоже в том числе. Так, температуры прошли, газы прошли, свет прошли. Есть еще pH. pH среды это водородный показатель. То есть, ну, в простонародье кислотность, кислотность среды. Я напомню тем, кто забыл и сообщу тем, кто не знает, что есть шкала PH, которая. Блин, что-то я опять кривые линии черчу. Я могу сделать вот так. Вот есть шкала pH, которая имеет градацию в 14 единиц условных. Допустим, здесь будет 0. Здесь будет, надеюсь, не за вебкой. Здесь будет 14. Здесь примерно будет 7. Это pH. Водородный показатель. Я точно не помню, что он означает. Как, то есть, как он высчитывается. Это количество ионов водорода в среде. Чем их больше, тем показатель меньше. То есть, это, по-моему, обратный логарифм какой-то. Количеству ионов водорода, то есть протонов. Соответственно, если много протонов, то значит это кислая среда. Если их мало, значит щелочная. То есть больше будет ОН OH ионов. Соответственно, здесь будет больше протонов. Здесь будет больше гидроксилуонов. Ну, не так это и важно на самом деле. Важно, что здесь будет э, кислая среда, здесь будет щелочная среда. И чем дальше мы будем от семерки отходить, в левую сторону, ближе к нулю, тем более кислую реакцию будет давать среда. Чем дальше от семерки в сторону 14, тем реакция будет более щелочная. Понятное дело. Причем это совсем не означает, что там, допустим... Э, кислота у вас с реакцией 1, мгновенно вас там обожжет, сварит и так далее. Нет, если она низкой концентрации. То есть это не концентрация, это просто кислотность или щелочность. А концентрация это совсем другое. Вот, по отношению к pH, к кислотности, бывают бактерии нитрофилы, которые обитают примерно вот здесь, нитрофилы. Их оптимум приблизительно Около 7 могут выдерживать от 4 до 9 значений pH. То есть, в ту и в другую сторону маленечко колебаться. К ним относятся те же самые шерехи-коли, например. Есть кислоты устойчивые и щелочно-устойчивые, Это вторая и третья категория. Но не стоит говорить, что их оптимум слегка кислая или слегка щелочная среда. Их оптимум все равно нейтральная среда, но просто они могут выдерживать кислоту устойчивую, чуть более кислую среду, чем нейтрофилы а щелочно устойчивую чуть более щелочную среду, чем нейтрофилы. Вот и вся их разница. Но помимо этого есть кислотолюбивые бактерии или ацидофильные. Ацид кислота, филос любовь. Ацидофильные бактерии или кислотоустойчивые. Их пороги от единицы до 7 pH. Это обычно бактерии, которые используют для закваски молока. Молочнокислые бактерии, так называемые. Ну, они же развиваются в норме, являются как там называется, нормальной, аутохтонной микрофлорой влагалища. Но об этом мы тоже еще поговорим, когда будем говорить о микрофлоре человеческого тела. И есть по аналогии алкалофильные бактерии или щелочнолюбивые бактерии. Их оптимум около 9, пороги от 7 до 11. И вот они как раз-таки обитают в горячих горных источниках. То есть те, которые экстремотермофилы, они еще и алкалофилы, то есть они выдерживают очень высокую щелочь, потому что те серные источники имеют очень щелочную реакцию. Вот. Такие вот есть градации по отношению к, собственно говоря, pH. В принципе, наверное, на этом логичнее было бы остановиться. Остановиться. Ням-ням-ням, да-да-да, как вы любите по абиотике и перейти все-таки к биотике. Думал, не успеем, но успеем, успеем. Мы болтали очень долго. Нам нужно сегодня все-таки по экологии побольше пробежать. Влияние факторов биотических. Здесь нужно сперва вспомнить немножко основ экологии, которые сегодня уже панда нам э, слегка повыдавал, но попробуем все это структурировать. Значит, есть понятие экосистемы. Это Нечто, какой-то объем пространства, который включает в себя место обитания организмов, сами организмы и все их взаимоотношения между собой и окружающей средой. То есть, если мы сравнивать это будем с понятием биогеоциноза, то в принципе вроде бы там тоже место обитания, да, растения какие-то, и так далее. Но там нет факторов, которые пересекаются. А экосистема это вот все, что мы можем представить по взаимодействию этих организмов со средой и между собой. Это экосистема. Самая большая экосистема это биосфера, которая включает в себя все живое на нашей планете, на планете Земля. Есть различные варианты экосистем, разные цинозы. Например, зооциноз, это совокупность животных, живущих на какой-то территории, фитоценоз, совокупность растений на какой-то территории. И нет, биогеоценоз это не советское понятие. То есть, да, ее придумали и ввели в обиход в Советском Союзе, но это вполне себе использующееся понятие, очень хорошо описывающее ландшафт и некоторые экологические ниши. Вот. Есть еще микробиоцинос. Это микрофлора, которая присутствует в этом месте. Понятно. Иногда это называют микробиотой, но это более широкое понятие, которое охватывает вообще в принципе все проявления тоже микроорганизмов. Но в это не стоит углубляться. Вот. Например, если смотреть на экосистему лужи, да, то там фитоциноз будет представлен только отдельными водорослями, возможно и то не факт. Зооцинос там будет. Там будут некоторые простейшие. А вот уж микробиоцинос будет там представлен колоссальным объемом разных микроорганизмов. То есть микробиоцинос в принципе всегда, ну почти всегда богаче, чем все остальные цинозы на какой-то конкретной территории, в какой-то экосистеме. Это понятно. Есть несколько видов трофических взаимодействий. Трофические взаимодействия, значит, пищевые, которые опираются на потребление субстрата для того, чтобы выжить. То есть, есть взаимодействия основанные на размножении, взаимодействия топические. Топос это ну какое-то место обитания, место топ место биотоп, да, то есть какое-то место в биосфере и так далее. А есть трофические. трофи это ну трофика питания. Не знаю, как это переводится, как это расшифровывается и какое-то слово трофи, трофа, трофос, наверное. Вот, но точно вперед я его и не знаю. Но знаю, что это как-то вот связано с питанием. Очень много болтаю, не по делу. Ладно, переходим к сути. Симбиоз. Первый вариант взаимодействия. Ну, давайте... Так, прям будем писать. Да? Первое. Зики какие-то пошли. Симбиоз. Это сосуществование различных видов организмов. Но многие думают, что симбиоз это, э, так скажем, полезное взаимное существование. Почему-то именно так зачастую учат в школе. Но это не так. Симбиоз это любое сосуществование, которое не приводит к гибели соседа. Поэтому симбиоз может быть... Э, а, например, мутуализм. Мутуализм ⁇ это когда... Обоим организмом от такого взаимодействия хорошо. Часто его обозначают плюс-плюс. То есть плюс одному организму, плюс другому организму. Ну, пример можно привести очень хороший. Например, бактерии которая обитает в нашем uh, тракте пищеварительном. Звук дропнула. В смысле, звук дропнула? Почему? Куда он делся? Там, uh, тракте пищеварительном. Есть звук, у меня звук есть. А, все. Окей. Okay. Um бактерии, которые живут в нашем кишечнике, позволяют нам переваривать клетчатку, то есть основной компонент растений. Напомню, что люди по происхождению хищники, веганами мы быть в принципе не можем, то есть мы для этого не приспособлены. И если бы не было бактерий в нашем тракте, мы бы в принципе не смогли есть ничего растительного. Но они есть, мы им даем кров и какие-то там вещества питательные от этого отходы. Они живут вполне и помогают нам клетчатку перерабатывать. У термитов есть такие же товарищи, у коров и так далее. Второй вариант взаимо... взаимного существования – это комменсализм или нахлебничество. Комменсализм или нахлебничество – это плюс ноль. Когда одному хорошо, а второму, в принципе, пофигу. Ну, это многие микробы, которые проживают прямо сейчас на нашей коже, но не являясь нашей защитной системой. В принципе, нам пофигу, им хорошо. Они поедают наше кожное сало и там ну, не совсем, конечно, верный пример. Они защищают нас от других бактерий хотя бы тем, что не дают им тут поселиться, потому что уже ниша занята, да? Но условно это так. Ну или комменсализм, например, э если в макромир переходить, то это фараонов муравей на кухне у человека. Кроме какого-то неудовольствия эстетического, они нам, в принципе, не вредят никак. Вот это плюс-нуль. Им хорошо, нам насрать. Третий вариант это паразитизм. Всем известное слово. Э Плюс-минус вариант. Когда одному хорошо, паразиту, а хозяину плохо. Но при этом хозяин не умирает. Паразит как можно дольше стремится сохранить его в живых. Чтобы как можно дольше жить в нем и питаться его внутренней средой. Вот. Это очень многие бактерии, которые являются паразитами внутриклеточными. Например, те же самые рикетси и так далее. Ну и многие другие на самом деле вирусы, по сути, тоже являются внутриклеточными паразитами. То есть, это похоже на проживание внутри нас бактерий мутуалистов, но только при этом от них нам сплошной вред. Они либо токсины какие-то выделяют вредные, либо просто истощают нас. Но такие варианты есть. Второй тип взаимодействия организмов трофически это хищничество. Хищничество это всего один вариант, когда плюс-минус. То есть один чувак поглощает другого полностью, съедает его, убивает. Ну или по частям, неважно, но поглощает как бы так или иначе. Это всегда плюс-минус. Один погибает, другой выживает. Например, там какая-нибудь инфузория за час может съедать до 30 тысяч бактерий. Это просто вот на изи. Она хищник жесткий. Существуют бактерии, паразитоиды или только паразиты? К сожалению, я не знаю, к моему стыду, что такое паразитоиды. Это, видимо, какие-то паразитоподобные, но что вкладывается в это понятие, я не знаю. Настя бы поспорила. Настя спорила. Настя спорила. И третий вариант – это антибиоз. Антибиоз. Ну, по логике, наверное, догадывается, минус-минус, когда обоим плохо. То есть они не могут существовать вместе. И либо погибают от того, что выделяют какие-то неперевариваемые друг для друга токсины, либо съедают все вокруг себя – и не могут прибраться на другое место, и тоже в итоге погибают. Вот. Это трофические взаимодействия. трофические взаимодействия. Ну и, наверное, если мы говорим про трофику, стоит напомнить, напомнить обязательно про варианты потребления, то есть про пищевые цепи. Прежде чем говорить о пирамидах чисел и пирамидах энергии, нужно вспомнить про пищевые, пищевые цепи. Извините, извините. Накладочки. Смски. Когда мы говорим о круговороте, мы подразумеваем то, что вещество проходит полный цикл. Помните, да, что вся органика состоит из атомов, так или иначе. Атомы тоже из чего-то состоят. Но, как правило, для того, чтобы изучать биологические круговороты, нам достаточно распада веществ на элементарные атомарные структуры, то есть даже молекулярные, наверное, структуры. Кислород, да, О2 молекулярного, углерод, да, атомарного углерода, азот, в принципе, может быть в составе нитрогрупп, в составе аминогрупп, в принципе, тоже атомарный n 2 азот и так далее. То есть, чему я все это клоню? Вот есть у нас какое-то количество углерода, и нам нужно его проследить, его цепочку в биологическом круговороте веществ. Получается, что сначала он должен как-то зафиксироваться, как-то стать органикой сперва, да? Мы знаем, что углерод есть, например, в составе углекислого газа (СО2). Его поглощают растения. Хорошо, мы про бактерии говорим, да? Про бактерии говорим. Но совсем без высших э, организмов не получится, там будем включать их в круговорот. Или проще, наверное. Не, дать все-таки с растениями. Просто аналог вставьте, что есть фотосинтезирующие бактерии. Растение, Зеленое растение поглощает СО2 поглощает и продуцирует органику. То есть растение будет являться, в этом случае, продуцентом. Это первое. Первое звено в пищевой цепи любой. Ну, самое главное. То есть, первого тут нет как такового. Они все замкнуты, это же цикл. Но начинается обычно пищевые цепи рассматривать, начинается с продуцентов. Вот. Получил продуцент органику. То есть, глюкозу. Из нее там что-то синтезировал за счет ее энергии, белок и так далее. То есть, он получил помимо СО2, естественно, еще с помощью нитрофицирующих бактерий. Там азот, чтобы создавать белки и так далее. То есть все это растение получило. Но мы следим только за углеродом. Первое это бог. Ренат, да, согласен. Прости, пожалуйста, я забыл, что... Первое это бог. Вот. Но ты прав. Я согласен с тобой полностью. И углерод в составе этого растения поглощается, например... Ну, я не знаю, кем. Кем поглощается растение? Жуком. Жуком. Или гусеницы, давайте гусеницу нарисуем. Зеленую гусеницу. Съела это растение. Вот. Съела растение. А, то есть она, эта гусеница, сама ничего не произвела из неорганики. Она потребила уже готовую органику, потребила заключенную энергию в этих соединениях. Потом в процессе ее дыхания внутри клеток эта энергия высвободилась, окислилась, и она смогла строить свои там белки и так далее. То есть свою органику продуцировать но она питается органикой. То есть это гетеротрофный способ питания. Гусеница, да, в бабочку превратится смешно. Альфа не похожа на гусеницу, это ты не похожа на гусеницу, она похожа на гусеницу. Это звено будет являться проду... Ой, извините, консументом. Консумент первого порядка. Первого порядка. Первого порядка. Далее. Могут быть еще многие консументы второго порядка, третьего, четвертого и так далее. То есть, ну, мы упростим схемку, мы нарисуем просто, что гусеницу эту съела птичка какая-нибудь, да? Если Альфатян скажет, что это не похоже на птичку, я не знаю, что я сделаю. Это похоже на птичку. Птичку на веточке сидящую. Я сказал похоже вот птичка съедает э, гусеницу и она является консументом второго порядка не буду подписывать поймете я думаю вот э, э, и так может быть довольно долго то есть птичку может съесть э, кто-то еще там какая-нибудь лиса лису съесть человек э, человек съест другой человек его третий человек и так далее то есть консументов можно набежать там 5-6 порядков но в итоге все равно даже самый последний консумент рано или поздно просто умрет и разложится в земле на плесень и липовый мед. Он попадет в этом случае в коварные лапы к нашим дорогим товарищам, к нашим друзьям, к нашей микробиоте и к грибам. Грибы тоже являются в этом плане коллегами бактерий. Это звено называется звено редуцентов, как справедливо подметил чуть выше Панды и как наверняка многие из вас помнят из-за школьного курса биологии. Ну, редуценты, редуктор, да, разлагать и так далее. Вот, редуценты разлагают органику до минеральных веществ. То есть, конечным итогом разложения будет СО2, углекислый газ и вода. Ну, если что-то останется, то э, тоже простейшие минеральные соединения. И вот э, наш карбоновый цикл, он таким образом замыкается. То есть снова попадает в воздух в виде СО2. Вот это вот полный цикл э, углерода в живом, в живой системе, в биосфере. Так он, в принципе, может выглядеть. К чему я все это рассказывал? Эм, было бы все это очень здорово, если бы не подлючие закона термодинамики, а именно закона сохранения материи и энергии. Провести уроки рисования... Альфа Тян, я пытался в уроке рисования, я бездарь, полнейший бездарь. Все бессмысленно? Конечно, бессмысленно, потому что в итоге Вселенная придется в состоянии термодинамического равновесия, наступит тепловая смерть Вселенной, и все будет бессмысленно. Посмотри, знаешь, клип, я уже советовал его, группы «Комплексные числа», называется «Неизбежность». Я, кстати, сейчас прямо сейчас его брошу в комментарии к анонсу в группе ВК. Сейчас, Чтобы не искали. Рекомендую всем посмотреть. Там можно просто-напросто. Ну, не то, что поехать. Конечно, это никто от этого не поедет. Но задуматься там есть над чем. Очень хороший, не очень нравится. Вот, посмотрите потом. То есть, трек сам говно, но видеоряд заставляет задуматься. Кое о чем. Ну, так, на школьном уровне. А, да. Да, все бессмысленно и так далее и так далее. А, кстати, да, видосики на паре. Давайте я просто его включу. Зачем? Зачем? Я просто покажу его здесь и все. Вот. Только потом не забанили на YouTube, но, да бог, с ним забанит, вырежу. Да, давайте смотреть его. Зачем я его закрыл? Давайте смотреть его. Алексей Кая, проходи, ничего страшного. Как раз мы смотрим клипы и так далее. Там нужно будет порой читать, я буду тормозить, и вы будете прочитывать. Сейчас выведу на экран. Не получилось да я знаю. Ага, получилось. Все, смотрим. Стоп. Стоп. Я чатик. Чатик мешает, наверное, немножко. Я чуть поменьше сделаю, но это временно, честное слово. Извиняюсь за рекурсию. Справа не видно, справа шкала времени. Справа шкала времени. Сейчас 20 миллиардов лет после а, большого взрыва. извините что перебивая прекрасный трек сфера дайсона это теоретическая возможность окружить звезду какую-то чем-то типа солнечных панелей чтобы максимально ее энергию использовать и вот люди через 50 триллионов лет после большого взрыва по теории авторов вынуждены будут так делать чтобы кончающуюся во вселенной энергию собирать и использовать для своих нужд Позитивный, позитивный э, трек нас посетил. Я верну, я верну экран на захват, как он был, чтобы из Инхорна нормально играть. Я чуть не расплакался, пока смотрел. Все из-за вас. Пока потерпите рекурсию немножечко. Потерпите рекурсию. Блин, как это было-то, господи? Как это было? О, божечки мои. Какой кошмар. Ты что происходит? А, ладно, потом настрою. То есть сам отключусь, мне кажется, от такого кошмара. А, нет, только сперва вернул чат, как был. Господи, как же это сложно. Вот. <coughs> это все я к чему? Это все я к тому, что бессмысленно. Бессмысленно все на свете, потому что мы все умрем. Периоды полураспадов. Панда же вот выше пояснил. Какие, какие периоды полураспадов? Все, все распадется. Все распадется рано или поздно. Поэтому все, чем мы здесь занимаемся, на самом деле не более чем. Не более чем переливание с пустого в порожнее. Вот. Но как бы нам ни было трудно, мы вернемся. Мы вернемся в нашу тему. И к чему я все это говорил? Все было бы здорово, если бы не проклятые законы термодинамики. Дело в том, что при переходе энергии, то есть вещество, в принципе, это энергия, да, E равно mc квадрат. при переходе энергии с одного уровня потребления на другой, мы теряем, вдумайтесь, 90% энергии, которую получил предыдущий уровень. Потребляем только 10%. Это так называемая, это так называемая пирамида экологическая. Пирамида чисел. То есть гусеницы нужно гораздо больше потребить растений, чем она сама весит. Птички нужно съесть гораздо больше гусениц, чем она сама весит, чтобы нормально жить. И так далее. То есть энергии это не прибавляет, только убавляет. 90% да, с продуцентами, я сказал во всех уровнях, нет, 90% с продуцентами, но в остальных э, уменьшается, тоже уменьшается. То есть там 90%, там какие-то проценты, э, но тоже значительные пропадают за счет того, что необходимо эту органику сперва расщепить, а потом синтезировать новую. Вот. Поэтому есть э, пирамиды чисел, и пирамиды энергии, и пирамиды биомассы которая подразумевает количество энергии, передающей на следующий уровень. То есть это будут продуценты, консументы первого, второго, редуценты. Ну или между ними можно еще наставлять так можно, как можно больше уровень, уровней, чтобы вам было комфортнее. Вот. Это, это что касается... Это что касается пирамид чисел. Самая главная роль микроорганизмов в экосистемах это поддержание гомеостаза. Они являются как бы буфером, занимая любые свободные экологические ниши. То есть ниша не должна простаивать. Если она простаивает, значит какая-то беда глобальная происходит. Они как бы позволяют ее придержать. Но ну, представьте, например, такую египтическую ситуацию. Есть три вида растений каких-то. Одним из них питается, допустим, одна бабочка-гусеница другим вторая гусеница, третьим третий вид гусениц питается. И вдруг по какой-то причине птички полностью истребили на этом участке третьих гусениц, третий вид гусениц. Вроде бы растению хорошо третьему, что им никто не питается, он может размножаться и так далее. Но неконтролируемый рост этого растения в итоге губительно скажется на всей экосистеме. Да, для него это хорошо. <къех> Но вот тут, в принципе, включаются те самые квантовые, какие-то потенциальные эфирные божественные взаимодействия между всеми участниками экосистемы, которые позволяют им думать о других. И включается аутостабилизация экосистемы. Обязательно находится вид, который сразу же начнет питаться третьим видом растения, чтобы не дать ему разрастись, иначе будет катастрофа. Чаще всего сперва туда приходят микроорганизмы, потому что пока другая гусеница прочухает, что она может есть это растение, может пройти не один год, десятилетие или столетие. Все это время удерживать это растение от слишком большого распространения будут, скорее всего, болезни. Либо просто их будут жрать бактерии тем или иным способом. Поджирать корни. Ну, болезни так или иначе. Да, мы воспринимаем, когда жрут бактерии, как вот это болезнь. Ну, хорошо, пусть будет болезнь. Вот. Поэтому поддержание гомеостаза экосистем – это одна из важнейших функций микробиоты, микроорганизмов. Это процентов меньше, чем консументов, но из-за их репродуктивного потенциала они могут обеспечить энергией большее количество консументов. А, обычная пирамида. Да, да, есть такая. Есть такая пирамида в этом самом... в аквариумах ее используют или в системах замкнутых, типа биореакторов, когда впадло, например, проточную систему делать, а просто загружают туда субстрат и потом извлекают его. Вот. Так делают довольно часто и рассчитывают по обычным пирамидам количество необходимого этого субстрата для существования какого-то количества определенного, не слишком большого, не слишком маленького микроорганизмов, ну или других организмов каких-то. Да, это продуценты, то есть либо субстрат, либо субстрат пищевой. Не обязательно это продуценты, они могут в принципе и неорганику потреблять. Панда, он вообще, он красавчик, просто я не знаю, я обожаю этого человека. Побольше бы таких, побольше бы таких на планете, глядишь уже бы летали к звездам вот ну что друзья мои вы наверное вы наверное устали вы наверное устали вычитать сейчас небольшую темку микроорганизмов как паразитов или оставить ее к следующему разу к антибиотикам и к средам скажите пожалуйста есть у вас еще сейчас силы выслушать буквально минут 15 скучного потока моего повествования или оставляем в другой раз Плюс кто хочет слушать, минус кто за то, чтобы закругляться. Голосование. Голосование устраиваем. Голосование. Я пока, наверное, настрою все-таки АБС. Попытаюсь. Закройте глаза. У вас будет рекурсия. А, нет, не будет. Не будет рекурсия. Нет, будет рекурсия. Твою же налево. Господи, какой кошмар. Нет, боюсь, я сейчас ничего не настрою. А может настрою. Лол. Так, 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 так. так. Увеличиваем слишком сильно растянут. Слишком сильно растянут. Ага. Вот, кажется, поймал. Что-то поймал. Ну ладно, разберемся на ходу. Наверное. По центру нужно выставить. По центру уже. Давай. Вот так. Отлично. Спасибо. Всем спасибо за внимание. Плюс. Алексей Кая проголосовал плюс. Что-что-что. Ничего, Настенька, уже все, за тебя уже все решили. Итак, поскольку остальные воздержались, считаю, что тоже проголосовали за. Микроорганизмы как паразиты, или вкратце, как происходит проникновение организм, микроорганизмов в наш собственный макроорганизм. Как вы, знаете, как вы знаете, организмы микроскопические, которые обитают на нашем теле, они, в принципе, обычно это полезно. И не приносят нам никакого вреда. Но есть некоторые патогенные. И вот чтобы они ими стали, они должны прочухать, что наш организм можно использовать гораздо продуктивнее, чем просто поджирать остатки кожного сала и выделение потовых желез с нашего, с нашей кожи. Вот по этой классификации бактерии делятся на две категории. Это условно-патогенные и безусловно-патогенные. Условно патогенные это вот и есть. Те, которые живут на коже, и только при очень эм, необычных условиях, например, если огромное их количество занести в кровь, они станут патогенными. А безусловно патогенные, те, которые э, даже в малом количестве, проникая случайно в организм человека, вызывают заболевания. Например, ну, не знаю, чумная палочка, да, Ерсенья Пестис, э, сибирской язвы. Э, э, в общем, заболевания, передающиеся половым путем, да, некоторые, гонокок какой-нибудь и так далее. Хотя, в принципе, гонокок чаще условно патогенный. Вот. Ну вот, столбняк, вирус столбняка, чумная палочка и палочка сибирской язвы, они точно, безусловно, патогенные. Маленько, маленько попала их в организм, развиваются, наступает инфекция. Вот, а теперь, как они попадают в организм? Это вот самое главное в этой теме. Есть путь проникновения контаминантный, то есть эм, контактный путь. Ой, а что чё, все черное? Должно быть розовое. Да блин, нейтраль, плиз, Paint. Контаминантный путь. Он же контактный. А, ботулизм, нет, ботулизм она не является патогенной, потому что она не развивается в организме человека. Патогенности обладают бактерии, которые, попадая в организм, размножаются там, вызывают очаг какой-то и уже тогда негативно влияют. А ботулизм в нашем теле умрет, потому что он анаэроб. Факультативный, попав в кровь, он там быстро кочурится. Для... То есть от него опасен только токсин ботулиновый, который он выделяет. Вот он очень опасен. А так, в принципе, на воздухе он быстро умирает. Но токсин устойчив на воздухе, поэтому не стоит недооценивать предостережение тех людей, которые рекомендуют сдувшиеся банки выкидывать от греха подальше. Я, в принципе, за. Потому что даже термическая обработка не всегда до конца разрушает этот яд. Контактный путь, то есть достаточно просто прикоснуться к человеку или к какой-то вот загрязненной поверхности, чтобы заразиться этой гадостью. Второй вариант, это инокуляция. Инокуляция через укол или через укус насекомых. Так происходит заражение, к примеру, болезнью лайма, да, бролиозом. через укус клеща. Нужно кожу проткнуть, ну или укол какой-то, спидом так можно заразиться, наверное, если он существует. Холера, холера, да, вот холера это условно, безусловно, патогенная дрянь, согласен. Алиментарный путь, не элементарный, а алиментарный. Алиментарный путь или пищевой путь. То есть с пищей какой-то мы потребляем какую-то дрянь, скушали и заболели. Та же самая, та же самая брюшной тиф или холера. Воздушно-капельным путем. Воздушно-капельным путем. Это всем вам, да что ж такое, всем вам известный путь, которым мы заражаемся обычными ОРВИ. То есть, если вдруг в каком-то организме, в организме какого-то человека стриптокок, например, из условно-патогенного стал безусловно-патогенным, то он нам его передаст с помощью своих воздушно-капельных путей передач, чихнув на нас, например. И ему понравится жить у нас, и он сразу же станет безусловно-патогенным уже для нашего организма, потому что будет новая среда для его развития. Особенно, если он будет в большом количестве, в, капельке, в этой капельке находиться. Вот. Это пути передачи. С этого момента, с момента попадания в организм, начинается развитие инфекционного процесса место проникновения в организм, в зависимости от его типа, да, называется воротами инфекции. То есть в иннукуляционном пути воротами инфекции будет место укола, в воздушно-капельном пути, как правило, воротами инфекции будет носоглотка и так далее. В элементарном пути, ну, кишечник, понятное дело. В контаминантном пути место прикосновения. Место прикосновения. Снова сработал с Бен, я не понял, что произошло. Подписчик или что такое. Сейчас, может, выдаст. Сейчас выдаст, надеюсь. Вот развитие инфекции начинается от ворот и продолжается внутри организма. Бетховен, Бетховен, поздравляем зачислением, спасибо большое за подписку. Проходи, присаживайся. груфома все еще нет, поэтому убирай любой свободный стул и присаживайся поближе. Открывай конспект, записывай, записывай. Рад тебя видеть. Спасибо большое, спасибо. И теперь все зависит от степени иммунного ответа организма. Если он достаточен, то инфекция будет побеждена. Если он недостаточен, недостаточен то наступит септикопиемия. То есть, когда в месте проникновения возникнет сперва очаг, потом Естественно, бактерии заполняют как можно больше пространства для развития и размножения. Если есть субстраты, они распространяются по всей крови, и наступает да септикопиемия, то есть заражение крови. А потом наступает сепсис, когда весь организм поражен этой инфекцией, везде есть очаги, и в принципе после сепсиса уже человека, ну почти нереально спасти, скажем так. Поможет только очень интенсивный курс антибиотиков, там чуть не замена крови и так далее и тому подобное. Ну, в общем, до этого лучше не доводить. За главные буквы складывается Вика. Вика. Кива. Кайф. Кави. Квия. Акви. Аквила. Император с нами. Император с нами. Император защитит. Все, отстань. Мы не обречены. Мы спасены. Помимо сил иммунного ответа организма, это состояние, скорость наступления септикопиемии в принципе ее наступление зависит от вирулентности или патогенности бактерий. Она зависит от многих факторов, например, от вырабатываемого ей бактериотоксина, Почти все бактерии вырабатывают токсин, некоторые являются для нас опасными, некоторые, некоторые не являются. Если он опасен, то он может убивать еще и иммунную, клетки иммунной системы, тем самым подрывая наш иммунитет. Также это зависит от возможности клеток противостоять нападению на них клеток иммунной системы другими способами, например, сворачиваться в непроницаемую цисту, не иметь на поверхности антигенов то есть чтобы их не могли распознать, маскироваться под что-то и так далее. То есть очень много есть способов бактерий за миллионы лет эволюции совместно с человеком, они приспособились не палиться, либо быть очень агрессивными. Но, к счастью, современная медицина такие бактерии искоренила практически полностью, они остались только в лаборатории в качестве образцов. Вот. Ну и конечным этапом, как я уже сказал, является сепсис с возникновением гнойников в местах, появление очагов в организме, то есть может быть там в сердце очаг возникнуть в печени, в мозгу, даже пробившись через гематоэнцефалический барьер, просто съев его напросто и так далее. То есть штука страшная, никому не желаю, конечно же, этого. Вот. И вот здесь стоит, конечно же, вспомнить про антибиотики. Если постоянно циркулируют бактерии в организме, то, конечно же, лечить их нужно антибиотиками. Патогенные бактерии. Uh, но если это такая легкая инфекция, какая-то респираторная, и есть возможность ее, чтобы она прошла сама за счет ваших сил иммунных, лучше, конечно, антибиотики не есть. Я вот неделю тянул, чуть не оглох, <coughs> что-то стал плохо слышать. По-моему, там какой-то атит из-за этого произошел. Вот. Ну, в общем, не угадаешь, не угадаешь. Но антибиотики пропил, вроде, вроде все прошло. Потому что антибиотики, как вы понимаете, губят наши полезные микроорганизмы, которые являются очень-очень нужными нам. Если мы их, извините за выражение, пофигачим все, то будут проблемы с пищеварением в первую очередь и защитой от внешних вторжений. На чем основаны антибиотики? Алексей Кай? хороший вопрос. Хороший вопрос. Ну давай я быстренько пробегусь по антибиотикам. Вообще антибиотики ⁇ это препараты лекарственные, которые убивают бактерии. То есть против вирусов они не работают. Если у вас вирусная инфекция, то антибиотики вас не спасут. Вам нужны антивирусы, а не антибиотики. Антибиотики работают, как правило, по принципу бактерицидного действия. То есть они убивают бактерию за счет отключения в ней какого-либо механизма. Чаще всего они блокируют рибосомы. Помните, синтез белка происходит на рибосомах. Если синтеза белка не будет происходить, бактерия не будет развиваться, не сможет размножаться и в итоге умрет. На этом основаны действия антибиотиков почти всех последних поколений. Азитромицин, ципрофлоксацин, дай бог памяти, амоксицилин. По-моему, вот эти вот все антибиотики, они основаны именно на блокировании малой субъединицы рибосомы вот, бактериальной. То есть какое-то вещество, которое проникает в бактериальную клетку, обманывая ее, и соединяется с рибосомой, не давая ей синтезировать белок. Вот. Есть антибиотики, которые разрушают клеточную стенку буквально. То есть разрывают мурин вот этот вот. И клетка вываливается наружу протопласта, она умирает. Есть, которые пробивают дырки в этой стенке. В общем, вариантов действия их много. Главное, что они бывают разного происхождения. Например, растительные фитонциды животного происхождения, те же самые интерфероны или лизоцим, да, который разрывает краскоточную стенку, грибного происхождения, пенициллин, например, или азитромицин, микробного происхождения, потому что некоторые микробы выделяют тоже токсины, вредные для других микробов, чтобы с ними конкурировать, и мы этим пользуемся. И полностью искусственного происхождения, например, левомицетин, это полностью искусственный синтетический антибиотик. Который все используют обычно для обработки ожогов или внешних ранений. Левомиколь. Мазь. Случаи, когда иммунная система человека работает против человека. Я слышал, что в таких случаях человека заселяют паразиты, как естественного врага. Есть такое, да. Есть такие варианты. Но они исключительные. Чаще всего просто отрубают иммунную систему. Тут не угадаешь с паразитом. Это обычно экспериментальные методики. Но такое бывает. Согласен. И... Также антибиотики могут, помимо того, что я перечислил, еще, между прочим, совсем забыл сказать, нарушать синтез нуклеиновых кислот. Вот, например, интерферон, он нарушает синтез нуклеиновых кислот, а не белка. Ну, в принципе, это не так уж и важно. Главное, что они должны сперва пролезть в бактерию, потом там в ней что-нибудь накуролесить, и из-за этого она погибает. По химической природе антибиотики тоже могут делиться на углеводы углеводороды, содержащие, извините, например, аминогликозиды, сложные эфиры, макроцит, хиноны, тетрациклин и пептиды, например, пенициллин. Большинство антибиотиков, которые являются естественными, то есть животного, происхождения растительного происхождения, грибного, они, в принципе, все пептиды в основном. Вот. Ну и Первым, конечно же, антибиотиком был пенициллин, синтезированный Александром Флемингом в начале 20 века из плесени зеленой пенициллом нататум и спасший многие жизни во Второй мировой войне. Если бы пенициллин был синтезирован до Первой мировой, то жертв, как считают, было бы меньше в несколько раз, потому что большинство умирали именно от заражения крови. Пептиды, да, пептиды, пептиды. Согласен, это очень смешно. Антибиотики бывают узкого спектра, работающие против какой-то конкретного вида бактерий, и широкого спектра, работающие против большинства бактерий. Они делятся по поколениям. Сейчас, по-моему, уже работают антибиотики пятого поколения. Почему это необходимо? Постоянно новые и новые изобретать, потому что элементарно бактерии адаптируются к ним. И уже антибиотики неэффективны. И чем больше вы используете антибиотики, леща просто-напросто больное горло, или сжирая их по поводу и без, без назначения врача, тем быстрее они адаптируются, эти сволочи, и тем быстрее мы проиграем им битву. Потому что вот сейчас, когда была какая-то недавняя эпидемия, не помню какой бактерии точно, ученые были вынуждены достать из закромов антибиотики класса категории Б. То есть есть категория A, которая используется всеми, а есть категория Б, которая используется очень редко, только когда попадается совсем не поддающийся штам, причем контролирует, чтобы этот штам был полностью уничтожен в человеке, его специальным боксе этими антибиотиками лечат, чтобы эта тварь, получившая толерантность, случайно не вырвалась на свободу и не передала ее другим бактериям. А они были вынуждены расчехлить эти запасы и выдать их населению, чтобы они просто-напросто не умерли, потому что какая-то там бактерия, не помню где, получила устойчивость ко всем антибиотикам класса А. И были вынуждены в срочном порядке заменять чем-то этот вот потерянный антибиотик резерва. Вот поэтому будьте, пожалуйста, поаккуратнее. Ну, э, проверяют чувствительность к разным видам антибиотика очень просто. Высевают бактерию на чашку Петри, э, высевают бактерию на чашку Петри э, каким-то способом, допустим просто газоном. Вот чашка, да, чашка, заселим бактерий и поместили на них диски смоченные тем или иным тем или иным антибиотиком, допустим, вот здесь поместили диск смоченный цитрамицином, да, здесь поместили диск смоченный там ципрофлоксацином, здесь диск смоченный, ну не знаю, пеницилином старым антибиотиком, да, и пометили на крышке буковка А, буковка А, буковка С, чтобы не перепутать и буковка Ой, не тетрацелин, пенициллин П, букв КП Но ну, обычно делают на разных чашках Но в принципе можно и на одной Только нужно их разделять Очень четко, чтобы потом не перепутать И ставят термостат Культура вызревает Мы там наблюдаем какой-то Какой-то рост Этих товарищей На чашке Определенной формы, допустим, здесь там все Просло, тут какие-то колонии Тут все, значит, просло, растет, растет Здесь колонии, здесь колонии, здесь колонии и вот что-то вот, 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 вот тут-то вот не растет как-то, им не растется. Вот здесь такая узенькая полосочка, а здесь вот все-все-все поросло вот такими вот бляшками, например, да. И мы делаем вывод, какой? Что пенициллину эти бактерии устойчивы, а поскольку вот здесь вот они не выросли, то ципрофлоксацин и амоксициллин, или чем там, разетрамицин ну неважно, на них действует угнетающие, то есть они не дают им расти на лицо бактериостатическое действие. То есть, либо они просто не вырастают, либо вырастают, тут же погибают. В принципе, это не важно. И по диаметру задержки роста мы оцениваем силу чувствительности той или иной бактерии к тому или иному антибиотику. То есть, если больше 20 мм, то это высокая чувствительность. Если меньше 1 см, это низкая чувствительность. То есть, устойчивость даже можно сказать. Ну и там градации соответствующие. Вот. Сколько вариаций, возможно, антибиотиков? Гипотетически бесконечно, но это ограничено масштабное производство. Очень сильно. И наличие новых вариантов э, полимеров, которых сейчас очень мало производится, и ученые их мало открывают. Очень часто на антибиотики спрашивают в аптеках, раньше всем продавали. Да, нас сейчас тоже учат в колледже, что, блин, рецепт э, антибиотики продается только по рецепту. Если к вам приходит м бабушка, просит там продать, ей, не знаю, тетрациклин, Говоришь, бабушка, извини, но мы не можем, нужен рецепт от врача. Вот по этой самой причине, потому что антибиотики скоро просто будут неэффективны. Только бабушке это не нужно говорить. Пускай скандалит, пускай там, пусть лучше лишний сходит к врачу, но человечество от этого будет э, дольше жить и спокойнее, и без болезней. Вот. <deleted> не стоит, не стоит продавать без рецепта. Нет, я, конечно, сам покупаю без рецепта, и мне бы было плохо, конечно, если бы для того, чтобы купить антибиотики, которые я знаю, как мне пить и когда, не нарушая, как бы, тем самым мировой баланс. Мне за ним придется ходить к врачу, но я перетерплю. Ради мирового порядка и благополучия я перетерплю, так уж и быть. Вот. То есть, я за рецептурный отпуск, отпуск антибиотиков. Только за всеми руками и ногами. Вот. На этом наша лекция. Ты троциклин даешь? Ну, давай, в принципе, не страшно. Только не часто. Не часто. На этом наша лекция заканчивается. Мы полноценно да, поболтали с вами полтора часа. Э, полную пару ну не считая болтовни в самом начале, я имею в виду чистого подачи подачи материала, даже перерыв сделали на клип, переменку организовали, вот, постепенно входим в нужное русло. Это даже больше, чем я хотел сегодня вычитать. В следующий раз у нас будет микрофлора тела человека. Это очень интересная тема. И микрофлора внешней среды. Очень интересная и обширная тема, которую нужно обязательно, обязательно охватить. А потом перейдем потихонечку к культивированию. Генетики микроорганизмов и систематики, но это будет не скоро, не скоро. Вот, если вопросов у вас нет, если вопросов у вас нет, я сейчас потихонечку разденусь и буквально на часик или на полтора зарядим в инквизитора, зарядим инквизитора, вот, потому что что-то хочется, не знаю, очень хочется. Ну, стрим перезапущу, естественно, название, название сменю, чтобы запись не шла. Да, организм, не среда обитания, совершенно верно, панда, спасибо большое. Как ученые определяют, что антибиотики уже не действуют? Ну, как бы ты заболел чем-то, пьешь антибиотики, а тебе что-то все хреновее и хреновее, ты пьешь, все хреновее, потом ты умираешь, вскрывает твой труп, спрашивает, что ты пил, вот, выясняет, что такой это антибиотик, и значит для этой бактерии, от которой ты умер, он уже не спасает. Примерно так и определяет. Ну, утрировано, конечно, но приблизительно так. То есть, если не работает, то, <laughs> то не действует. По-моему, все очевидно. Вот. Если вопросов у вас нет, да, альфатян я останусь специально для тебя и для а, той кучки подписчиков, которая тоже будет следить за путешествиями Айзенхорна в. Другом измерении Саруте. Я. Я, да, я останусь. Если вопросов нет, я всех благодарю за внимание. Прошу прощения, если немножко сегодня сбивался, как-то сумбурно все это рассказывал. Мне очень хотелось до вас донести все это попроще, не читая, а именно вот как-то рассказывая. Надеюсь, получилось. Если нет, то пишите свои замечания, предложения, как всегда, в личку или в комментарии, или в вопросы. В общем, куда-нибудь пишите. На этом всем, кто покидает нас, большое спасибо. И до вторника, надеюсь. Тем, кто остается, я через 5 минут, через 5 минут Буквально подключусь. Токсин, господи, боже мой! Токсин, токсин, ты так вовремя, как ты это делаешь? Я не знаю. Я реально уже просто готов был на кнопку нажать. Просто готов был нажать. Но ты ворвался, как всегда, неожиданно со своим, со своим офигительным донатом. Господи, столько я не получаю за, блин, неделю работая преподавателем в университете. Тут просто за одну лекцию, за один стрим. Спасибо тебе огромное, Токсин. Реально на твоих донатах просто мои стримы и держатся. Спасибо. Спасибо тебе огромное, спасибо, правда. Ты, ты офигенный. Приходи почаще. Вот для тебя я все это и веду на самом деле. Ну, ты знаешь, ты знаешь, господи, кого я, кому я об этом рассказываю. Спасибо еще раз огромное, спасибо, правда, спасибо. Большое человеческое спасибо от всей мировой науки и Министерства образования Российской Федерации. <coughs> да. Вот, ну, в общем, сейчас переодеваюсь и подрубаюсь. Буквально минут 5, может быть, 10 дайте. Со стрима не уходить, я не знаю, будет он сам обновляться или нет. На всякий случай, минут через 5 обновите, проверьте. Я отрубаюсь. Спасибо. Всем пока, всем пока-пока.